Акция «Дорога в школу», организованная Департаментом по защите прав детей города Алматы, проходит уже пятый год. Благодаря ей дети из малообеспеченных семей бесплатно получают школьную форму и книги. Каждый четверг августа назван Днем первоклассника. В этот день будущим школьникам и их родителям, помимо материальной помощи, специалистам из различных НПО оказывается и психологическая поддержка. Мы хотим помочь малообеспеченным семьям, значит, собрать детей в школу. Если есть рядом живущий ребенок, которому или семья, которая нуждается в какой-то помощи и поддержке, чтобы мы могли эту помощь и поддержку оказать. Мать семерых детей Жанискуль Нурлыбаева за помощью в департамент обратилась впервые. Ее 6-летний сын через месяц пойдет в школу, а на покупку всего необходимого денег нет. Здесь же Азамат получил книги и школьную форму в подарок. Выпала нам. Я многодетная мать, у меня 7 детей. Я очень благодарна департаменту по защите прав детей за оказанную помощь моему сыну. Желаю ему дальнейших успехов в работе. В акции участвовали не только малоимущие семьи. Случайно узнав о дне первоклассника, Рашид вместе с 6-летней дочерью посетил психологический тренинг. Тамила – его единственная дочь, и, как говорит отец, ее нужно морально подготовить к предстоящей школьной жизни. Сейчас, конечно, требования к детям очень высокие, а психологически, физически дети справиться не могут. И, соответственно, и родители к этому не готовы, и порой не знают, чем помочь ребенку. В отличие от заботливого отца, Тамила особо не переживает. Девочка уже давно хочет школу. 1 сентября она станет ученицей 35-й гимназии. Я хочу школу, я не боюсь. Я хочу, чтобы у меня в школе появились хорошие друзья. Из года в год количество детей, охваченных акцией, растет. Если в прошлом году помощь была оказана 10 тысячам детей из малообеспеченных семей, то на сегодняшний день с начала акции школьную форму и рюкзаки получили более 1000 будущих первоклассников. Акция продлится до 30 сентября. Желающие оказать благотворительную помощь могут получить информацию по следующим телефонам Департамента по защите прав детей города Алматы. 264-0403, 272-50-29. Айжан Тимербаева, Ялкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы.